Всем привет, дорогие зрители, с вами канал Недвижимость Турции Paradise Alanya. Сегодня я приехал в район Чикчили. Хочу вам показать хороший вариант для большой семьи 4 плюс 1, который подходит под ВНЖ. По этой квартире в топу можно указать 200 тысяч долларов. Есть вид на крепость Алании, вот сбоку видно, вид на море, также вид на горы. Глазами все видно вот так. Расстояние отсюда до моря где-то 2 километра. Горы глазами видно. Вот так. Видны горы, как вы сейчас видите. Западная, южная сторона у этой квартиры. Двухуровневая. Есть вот солнечная батарея, обогрев воды. Тут кладовочка, еще здесь маленькая кладовочка. Зайдем в спальню. Первая спальня. Два санузла у этой квартиры. Ну, скажем, прачечная, кладовка. Первый санузел с джакузи. Есть вытяжка, даже есть кондиционер в санузле. Большой санузел. Можно даже джакузи новый поставить, увеличить. Как желаете, так и сделать. Картины личные хозяин заберет, заранее говорю. И кое-что еще. Мебель, техника, все остается. Есть также спальня на нижнем этаже. Спускаюсь вниз. Здесь у нас прихожая. Давайте начну я с этой стороны. Здесь у нас санузел второй. Тоже мрамор. Год постройки проекта 2011-2012 год. И тоже есть кондиционер. Две спальни наверху, две спальни внизу. Редкая планировка. В основном бывает одна спальня внизу, а тут две спальни внизу. Одну спальню сделали гостевой комнатой, вот как видите. Это гостевая. Здесь еще большая гостиная, которую я вам покажу. Ну, взял книжки. Квартира после европейца. Здесь первый балкон. Еще есть второй балкон с видом на горы. Тихо, спокойно. Открытая парковка снаружи. Бассейн. Вот он. Сейчас я спущусь, покажу вам. Генератор есть. Входим в гостиную зону. В этой стороне у нас кухня. Там под лесенкой стиральная машинка, фирма Арчелик, Сименс, холодильник Арчелик, это Сименс посудомойка, духовка, вытяжка, плита, фирма Арчелик. Квартира заезжай и живи. Тут заглянем, какой вид. Ну, вот вид, кусочек моря и крепости есть, Алания. Кондиционеры можно поменять на инверторные. Вот сюда вид на горы. Территория. Район Чикчили. Подходит под ВНЖ.
Цена этой квартиры 184 тысячи евро. Айдат 1200 лир. Ну, теннисная площадка тоже есть у них, да. Вот это тоже относится к этому комплексу. Баскетбольная площадка. Можно пользоваться. Зона пикника. Потому что так как крайний этаж, камин уже есть. Вид на горы, даже есть вентилятор на балконе. Можете застеклить, будет дополнительная комната. Глазами видно так. Только заметил, полностью стеклянное стекло. А это тоже из стекла все. Даже здесь вот тоже журнальный столик сделан из стекла. Вот это все стекла. Тут есть проточный водонагреватель и стиральная машинка. Инфраструктура шаговой доступности, Аланиум, торговый центр, также метро и другие сети. Лифт, вместимость 6 человек. Есть пандус, несколько ступенек. Красиво все. Садик свой есть с цветочками. И тут бассейн. Фасад здания. И открытая парковка в той стороне. Есть теннисный корт, генератор. Итак, дорогие зрители, цена этой квартиры 184 тысячи евро, айда 1200 лир. Пишите, звоните по номеру плюс 90 555 064 91 10. Сегодня 29 октября, праздник, День независимости Турции. От всей души поздравляю всех граждан этой великолепной страны. Желаю благополучия, развития, процветания. Всем пока-пока. Пишем комментарии, подписываем на наш канал, ставим лайки.